С реализацией цели динамичного сведения к нулю случаев заражения COVID-19 во внебольничных условиях в некоторых районах Шанхая более половины филиалов основных торговых сетей в городе возобновили свою работу, сообщили на пресс-конференции шанхайского правительства 6 мая. Эту информацию агентству Nazarnews предоставило китайское агентство CCTV+. Местные власти содействуют возобновлению работы магазинов и супермаркетов в целях удовлетворения различных потребностей жителей. По мере реализации тактики динамичного сведения к нулю случаев заражения COVID-19 во внебольничных условиях, все больше и больше жителей из зон профилактики будут условно выходить за покупками. На данный момент власти районов разрабатывают планы по открытию торговых точек, чтобы соответствующим требованиям супермаркеты организованно возобновили свой офлайн-бизнес. По состоянию на 5 мая 1193 из 1626 филиалов 12 основных сетей супермаркетов и магазинов возобновили свою работу. При этом 220 из них предлагают теперь офлайн-услуги. Директор Шанхайской муниципальной торговой комиссии добавил, что соответствующие торговые точки будут комбинировать онлайн-заказ и доставку и офлайн-продажи, чтобы предоставлять услуги как по обслуживанию клиентов из зон профилактики в магазинах, так и по доставке на дом в зонах с управлением закрытого типа. Бахыл Кулчуманов, Акыл Уланбекулу, Nazarnews.